В вашем понимании война, вот раз мы уже вспомнили ее, там, да, война Украины с Россией, вот в этом контексте она разделяет ли она Запад? Точнее говоря, есть ли угроза раздела Запада, вот как тогда, в середине 18 века? Или же эта угроза для Украины, ну, как бы она уже пройдена после того, как Украина дала вот этот отпор в первый месяц? Угрозы открытого раздела Запада нет, потому что определяющий сейчас фактор – это абсолютное тотальное превосходство США. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим про позицию Запада, речь, конечно, в первую очередь идет о позиции США. И, ну, серьезно, то есть, когда мы говорим об участии там, Запада на войне на стороне Украины, конечно, мы же Штаты прежде всего имеем в виду. Это не значит, что Штаты наиболее замотивированы. Наверное, в целом там наиболее замотивированные там страны Запада — Прибалтика, там, наверное, в меньшей степени там Польша, там Скандинавия и прочее. Но все-таки определяющее ключевое влияние, конечно, просто из-за совокупного веса играют американцы. Но мне кажется, как раз интересно, просто, знаете, вот типа разбить по спектру. Там посмотрим, кто из западных стран, сколько выделял помощи там, Украине военной в, например, процентах там, от собственного там, военного бюджета, от собственного ВВП. И там очень четкий такой спектр, что типа, вот, больше всех Прибалтика, там я сейчас точных цифр не назову, но там Эстония чуть ли не там, треть своего военного бюджета отдала. Там, опять же, Польша, Скандинавия достаточно много. И мы тут сразу видим определенный интерес. То есть это те страны, которые непосредственно, или, может быть, чуть так, в более отдаленной перспективе, но чувствуют угрозу со стороны России. Они дают много. А Штаты те же самые. Они, на самом деле, дают в процентном отношении существенно меньше. То есть, да, у них там хорошо так вот... Там такая целеориентированная поддержка. Там тоже большую роль играющая, но на самом деле совокупно они не так много дают, как могли бы. Из чего следует заключить, что на самом деле для них не такой большой приоритет. И так дальше до... Там доходим до Германии, а дальше там совсем Австрия и Венгрия, которые, если не ошибаюсь, там не дали ничего в плане военной поддержки. И так мы сразу понимаем как бы спектр мнений, что кому-то там победа Украины над Россией там принципиально важна, это, например, Эстония, а кто-то там в Центральной Европе, он может быть, там, не хотел бы этой победы. Угу. То есть в данном случае мое рассуждение, оно основано на следующем допущении, что язык дан человеку, чтобы лгать, а действия, они вполне реальны. Поэтому посмотри на действия, и ты поймешь, какие реальные интересы. А риторику при этом публично лучше вообще игнорировать. И, соответственно, ориентируясь на чисто вот уровень военной поддержки, можно оценить, кому там победа Украины очень нужна, кому она меньше нужна, кому не очень нужна, а кому, может, нужно и наоборот.